Рекомендую Васям, подписывайся на канал. Все дела. Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня у нас на обзоре будет очень интересная, стильная и практичная сумка, рюкзак. Его можно носить как на плече, так и вот таким способом, и вот так. И, блин, а где лямка? Да вот лямка! Ага, постоянно что-то забываю. Ну и как обычно, на плече. Погнали смотреть распаковочку. Сумка-рюкзак из плотного холста коричневого цвета с кожаной отделкой. Снаружи есть один большой карман на молнии. Лямки прячутся в карман на спинке рюкзака. В сумке одно большое отделение, накладной карман и органайзер. Модель изготовлена из льняной ткани с полотняным переплетением пряжи и по прочности похож на джинсу. Такую сумку можно с удобством носить как обычную спортивную сумку или как рюкзак. Для этого есть плечевые лямки и укрепленные боковые ручки, которые позволяют с удобством переносить или тащить тяжелые грузы. Все швы и молнии прошиты аккуратно и надежно. Ничего нигде не торчит и не выпирает. Внутри отдельные отделения для ноутбука и один карманчик. Сумка очень пригодится как при дальних путешествиях и командировках с небольшим количеством багажа, так и для повседневного использования. На вид сумка презентабельная и красивая. Будет очень хорошо дополнять ваш деловой стиль, да и не только деловой. Сумка мне пришла из магазина New Chic. Вот в такой вот очень хорошей классной упаковке. Пришла мне посылка за дней 30. Сумка мне очень понравилась. После трехдневного использования скажу, что она очень качественная и хорошая. Швы у сумки прошиты очень качественно, ничего не торчит. А сейчас мы с вами посмотрим, сколько же вещей влезет в эту сумочку. Итак, для теста у нас есть одна кофта и 5 штанов. Итак, посмотрим, залезут они все или нет. Так, еще 3 штанов. И последние спортивные штаны. И как видим, у нас еще есть немало места для других вещей. Например, для книги. Или для нескольких книг. Или без вашей любимой подушки, без которой вы не можете спать в поезде. Бедная звездочка. Ну и еще боковые кармашки. Шнурки могут влезть. Духи. И другая мелочевочка. И как видим, все очень аккуратно и вместительно вместилось. А еще сумка позиционируется как обычный рюкзак с отделением для ноутбука. И мы сейчас с вами наглядно проверим, как мой ноутбук 15,6 дюймов влезет в эту сумочку. Тут есть специальные отделения. Вот у нас края отделения, еле видно. И мой ноутбук диагональю 15,6 дюймов влез очень впритык, очень хорошо и никак не ходит по сторонам. То есть ноутбуки диаметром 17 дюймов сюда не подойдут и не влезут. А нетбуки и макбуки 12 и выше диагональю экрана идеально залезут. Еще есть очень много места для вещей. Итак, после нескольких дней использования сумки могу вам с уверенностью сказать, что она очень качественная и сумка сама по себе мне очень понравилась. Ставьте лайк, если вам понравилась распаковка и тест сумки. Подписывайтесь на канал, если вам понравился охранительный оператор. Но это не точно. И всем пока!